Девушки-красавицы, рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться своим отзывом о нижнем белье компании Faberlic. Серия Story d'Amour, два комплекта под названием Laura и вот этот верхний это Полина. И начнем с комплекта Полина. В каталоге он представлен в двух вариантах. Есть розовый, как у меня, черный горошек и с черным кружевом. И второй вариант, основа идет черная, розовый горошек и розовое кружево. И тот комплект очень красиво смотрится. Можно отдельно заказывать бюстик, отдельно трусики, это очень удобно. Трусики идут в двух вариантах, стринги и обычные. Я заказала себе стринги. Качество отменное и материала, и кружева, и пошива идеально. Я заказываю уже не первый комплект нижнего белья у Faberlic и осталась им очень довольна, очень хорошо все носится и сохраняет свой первоначальный вид. Такие красивые трусики-стринги, здесь бантик и сердечко со стразиком и написана серия Story d'Amour. На ластовице идет гигиеническая защита и ластовица, конечно, выполнена из хлопка. Вообще очень красиво это все смотрится на теле. Что касается бюстика, заявлено, что он идет с эффектом пуш-ап. Особого эффекта пуш-ап вы от него не получите. Здесь есть такие небольшие вставочки, но особой погоды они не делают. Здесь такой тоненький поролончик и также с другой стороны хлопок 100%. Что касается объема, обычно я брала себе объем под грудью 75, но вот в Faberlic, так как идет здесь 4 крючочка, то вы можете смело взять себе и объем 70, но тогда немножечко идет меньше чашечка, даже если вы носите B, то B75 и B70 это разные чашечки, поэтому учитывайте этот вопрос. Также здесь кружево и такое же сердечко со стразиком Story d'Amour. Вообще замечательный комплект, я осталась им довольна и буду с удовольствием его носить. Следующие комплекты это у нас будут комплекты Laura. Первый вот такой беленький. Кстати, Laura представлена в каталоге в трех цветах. Это белый бежевый, который есть у меня, и третий, он такой черно-серый, графитовый, очень красивый цвет. Но я думаю, что на лето все же не стоило его заказывать, это может закажу, если он останется еще в продаже, на следующую зиму. Опять же, бюстик идет с пушапом, вот такие маленькие вставочки. И вот здесь я немножечко прогадала. Здесь немножечко мне маловатая чашечка, но иногда под какую-то одежду и нужно, чтобы грудь немножечко была приплюснутая и приподнятая. Я заказала просто объем поменьше, и здесь тот вариант, когда чашечка идет уже поменьше. В принципе, если вытащить вот эти вкладыши, то может будет и нормально. На лето под открытые вещи будет красивая такая приподнятая грудь. Опять же везде хлопок и внутренняя сторона хлопок. Опять же 4 петелечки, как и во всех комплектах. И трусики. Трусики есть в трех вариантах. Есть шортики, есть стринги и есть обычными трусиками. В белом варианте у меня идут стринги. Опять же сзади кружево и такой красивый бантик, капелька. И любимое красивое сердечко со стразиком. Опять же ластовица хлопок и гигиеническая защита наклеечка. Такой замечательный комплектик. Буду с удовольствием его носить. И последний комплектик также Laura, но уже в бежевом цвете. И здесь идут у меня обычные трусики. Опять же такие вкладочки. Здесь вот мой размер, можете видеть, чашечка идет одна и та же, только объем под грудью разный. И вот можете видеть, какая разница. Вот эта чашечка больше, это хорошо на мне сидит, а вот эта немножечко так прямо грудь приплескивает, поднимает. Здесь трусики уже обычные. Кстати, вот этот комплект Laura, он немножечко большемерен, что касается особенно трусиков. Трусики, то есть можно было смело заказывать не M-ку, как я заказываю 44-й, а S-ку, и было бы все хорошо. Опять же кружево, и здесь вот красиво так сделано. Опять же защита гигиеническая, все на хлопке. Красота. И бюстик такой замечательный. Здесь везде хлопок. Вот и все мои новинки нижнего белья от Faberlic. Кстати, достались они мне по хорошей скидке, так как в новых каталогах уже появились новые серии нижнего белья. Правда, они немножечко идут уже подороже, но думаю, буду заказывать их. Заказывала белье уже не первый раз, и предыдущими заказами оставалась довольна и этим, и буду с удовольствием все носить. И последнее, что у меня есть из заказа Faberlic, не косметического, это колготки 60D эластичные велюр.
На сайте есть различные цветовые исполнения. Мне нужны были именно зеленые, так как у меня есть красивые сапожки зеленого цвета, но не хватало таких красивых зеленых колготочек. Хотя на сайте есть и зеленые, и синие, и бежевые, там, и бордовые, и молочные, какие угодно, и меланж на любой цвет и вкус. Но мне нужно было именно вот такой зеленый красивый оттеночек. Качеством я осталась довольна. Кстати, состав здесь идет 85% полиамид, 15% эластан. Они идут размер в размер. Если у вас троечка, то вы заказываете троечку. Если у вас двоечка, то берем двоечку. Качество материала и исполнение замечательное. Вообще, обожаю колготки от Faberlic. Я вообще в полном восторге осталась от их теплой серии 150 и 200 ден. Шикарные колготки, пока лучше я не встречала. И вот эти колготочки также меня порадовали. Здесь идет ластовица, и впереди одна строчечка, и сзади. Они идут плотноватые, очень красиво на ножке сидят, хорошо облегают, и в принципе они практически не светятся. Замечательные колготочки и под зеленые сапожки смотрятся вообще шикарно. Я также знаю, что многие хвалят колготки от Faberlic 20 ден, но пока я к себе их не заказывала, может быть и закажу себе одну пару на весну, но пока еще не решила. По-моему, в запасах у меня еще есть тоненькие колготочки. Вот и все, что у меня было из заказа Faberlic не косметического. Всем спасибо за внимание. Пишите свои отзывы и комментарии. Мне будет очень интересно их почитать. И обязательно я на них отвечу. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. До новых встреч, мои дорогие.